миллиарды рублей собирают с граждан и сливают в канализацию. Это реально так. Это афера с водоканалами и канализацией, которая длится уже 10 лет, и только сейчас мы ее заметили. Мы — это Академия наук, комиссия по борьбе с лженаукой и «Комсомольская правда», я в том числе. Ученые посмотрели, обнаружили, что, в общем-то, это... Они даже не то, что обнаружили, они долго смеялись над этим, потому что препарат состоял из дистиллированной воды на 99,9%, еще там можно много девяток нарисовать, и микроскопическое количество картофельной ботвы. Я сейчас занялся совершеннейшей постыдной историей, в котором я снова вижу, что выхода нет. Все покрывают друг друга. Ну, слушайте, ребята, это уже не смешно, это уже просто позор какой-то. Вот смотрите, прошло 4 года, да, там этот идет скандал. И вопрос только в том, работает один обыкновенный препарат или не работает. Неужели вот 4 года не хватает нашему государству, чтобы оценить, обманывают его или нет. И это вопрос одного эксперимента. По результатам отчета нашего, препарат Бинсти показал результат близкий к нулю. Ваше исследование оказалось единственным исследованием, которое было опубликовано, которое показало неэффективность Бинсти. Я так понимаю, что на вас было оказано давление и очень плохо для вас закончилась эта история. Да, по результатам наших исследований мы принципиально написали статью в научный журнал о неэффективности данного препарата. В итоге из-за этой статьи мы пострадали. По официальной версии со мной не продлили контракт как научного сотрудника института, обосновав тем, что мы опубликовали статью, не советуясь с руководством.
конце концов, это же в интересах государства сделать так, чтобы все стало предельно ясно, чисто, кристально, чтобы все все понимали, и чтобы наука у нас, хотя бы в науку, чтобы мошенники не лезли, чтобы то, что производили наши научные отрасли, было бы качественным, и за которым, за те продукты были бы не стыдно.